Добрый день! Приветствую всех на канале Boston Technic. Меня зовут Денис. Хочу предложить вашему вниманию КАМАЗ 43118, тягач с КМУ. КАМАЗ 2011 года. Установка также 2011 года. Грузоподъемность установки 7 тонн. Длина стрелы 8,2 метра. Мотор Евро 2. Коробка 154 без делителя. Неплохая резина. Раздатки все работают, все включаются. Пробег данного автомобиля 100 тысяч километров. Возможно, любая форма оплаты, наличный, безналичный, а также кредит и лизинг. Кого заинтересовал данный КАМАЗ, звоните, пишите. Будем рады вам все рассказать и показать. Всего доброго!